случайно сказал про семеро молодых. Дело в том, что когда в свое время мы были шестеро молодых, но Велен Иванович, он очень хитрый человек. Дорчиев, Велен Иванович, вот, да, она как раз и обязывает. Но дело в том, что он увидел, что в Югославии есть ансамбль «Север молодых». Он назвал «Шестер молодых» и программу свою назвал «Гастроли по СССР». Дело в том, что я позаимствовал у него название этой программы. И, кстати, я думаю, что удачно. Теперь нам просто необходимо опять по всему кругу проехать еще не один раз. Ну, спасибо «Шестер молодым», но на этом «Шестер молодых» не заканчивается. Дело в том, что сейчас выйдут артисты, которые тоже непосредственно имеют отношение к ансамблю «Шестер молодых». Во-первых, я вместе с ними работал именно в том составе в 77 году. Но потом наши пути разошлись, ребята ушли более раскрученные ансамбли «Если песня». Я тоже ушел, так сказать, не менее важный коллектив «Добрые молодцы», как выяснилось уже, для моей жизни это точно очень важный коллектив. И, кстати, могу сказать, что именно эти ребята в 78 году стали лауреатами первой премии, причем в Сочи, на лучшее исполнение советской песни. Был такой конкурс. «Леся, песня была тогда», и сегодня Марина Школьник, Владимир Ильиненко и все, кто из музыкантов, они представят сами. Итак, «Шестеро молодых», «Леся, песня» и «Добрые молодцы». Спасибо большое. Андрюша, спасибо. Мы вместе с ним, кстати, «Шестеро молодых» начинали. Марина, я. А с нами наш супер-гитарист Юра Иванов. Супер-срывач Володя Калмыков. До последнего времени работал у Ларисы Горбиной. Супер-трамбонист Анатолий Мишаев. Благодаря ему появился ансамбль «Ласковый мать». По секрету. Все вместе это коллектив «Леся, песня» под руководством Михаила Шафутинского. День за днём и осенью, и летом.
Лишь один из нас останется с тобой. Я или он, сквозь оборванный послышался звон. И подошла к нему меня не щадя. Он, а не я. Только не надо, только не надо.
Спасибо. Спасибо, девочки.